Всем привет! Сейчас находимся на Лонгрувере. Сейчас сидим, послушали лекцию немного и сейчас сидим. Да, сказали, просто посидеть, позаниматься чем ты хочешь. Идем, как говорится, практически занятия. Я думаю, что, скорее всего, наверное, после перерыва, который будет 8, с 8 до 80, да, 10 минут перерыв будет. Будет уже более практически занят, скорее всего. Хотя я могу ошибаться. Посмотрим. Ну, или не практически, а просто покажут, кто что будет делать, да. Показывают наши места уже, может, там что-то такое. Посмотрим. Да. Ну, да, утренние смены начинаются в 6 часов, а заканчиваются в 16:20. Ну, то есть работать будем 10 часов. По крайней мере, пока. Пока две смены всего лишь. Это утренняя и ночная. То есть ночные я чуть позже скажу, когда они начинаются и когда заканчиваются. Да. Это пока я говорю. Ну, я выхожу в утреннюю смену, поэтому пока нормально.